Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 8 июня – самое денежное число и денежный четверг. Разрешатся любые материальные проблемы. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Уже в начале лета у каждого, кого настигли финансовые неурядицы, появляется шанс повлиять на свое положение. Нас с вами ожидает очень сильный денежный день – 8 июня. Число 8 в нумерологии является символом денег и процветания. Его часто используют в обрядах и практиках на привлечение достатка. А четверг, находящийся в управлении сильного Юпитера, планеты богатства и роста, наполняет этот день огромной силой и денежной удачливостью. Соединенные воедино эти два положения откроют для нас мощный поток возможностей, увеличение заработка и решение любых денежных проблем. Практика, которую рекомендую сделать всем 8 июня, если есть хоть какие-то проблемы с деньгами, долги, кредиты, нужда, потребует от вас особого настроя и терпения. Что нужно подготовить? Стеклянная миска, либо банка, без этикеток, бумага, свеча и 3 монеты. Вам нужно сделать следующее. Мысленно настройтесь на практику. Подумайте о том, о чем мечтаете, и том, что мешает вам достичь ваших целей. О денежных ограничениях, которые не дают вашим мечтам исполниться, а идеям реализоваться. Далее выпишите на бумагу все имеющиеся у вас материальные проблемы. К ним могут относиться маленький доход, задержка зарплаты, кредиты, долги, невезение в денежных вопросах, делах, неумение копить деньги. Пишите одно или несколько пунктов, которые наиболее сильно мешают вам иметь желаемый доход. Далее положите бумажку на подоконник текстом вниз. На нее поставьте миску. В нее налейте воду и бросьте 3 монеты. 8 июня зажгите свечку. Сожгите свою бумагу с такими словами. Сила огня, сбрось бедность с меня. От нужды защити, удачу и процветание мне подари. Пусть любое дело у меня срастается, а жизнь всеми благами изобилия переполняется. Да будет так. Говорим один раз. Дальше. Пепел добавляем в воду и нужно вынести миску на улицу. Выливайте на землю вместе с монетами и уходите. Монеты не трогайте и не поднимать. Оставьте все как есть. После такой практики уже совсем скоро ваши денежные проблемы, которые вы написали на листке, начнут меняться в лучшую сторону.